В Якутске прошла пресс-конференция по поводу работы портала образовательных услуг. Адрес сайта edu.e-yakutia.ru. В частности, речь шла о городской очереди в детские сады. Как отметили собравшиеся, с момента запуска портала принято свыше 10 тысяч заявлений. И это только по самой популярной услуге – запись в детский сад. Помимо этого, здесь можно узнать всю информацию о детских садах и школах, записаться в школу, а также проследить текущую успеваемость ребенка посредством электронного дневника учащегося. В настоящее время на портале зарегистрировано 768 образовательных учреждений. Отметим, что портал edu.e-yakutia.ru работает с 2013 года. Детские сады – это только лишь один сегмент этого портала. На самом деле сегодня образовательным порталом уже пользуются 146 тысяч родителей, которые открыли на этом портале личные кабинеты. То есть это уже 146 тысяч наших родителей, семей. Они уже просматривают электронные дневники своих детей, домашние задания, контрольные и так далее. Весь учебный процесс контролируют на образовательном портале.